Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрикс, и это очередной подкаст на моем канале. В нем я хочу коротко рассказать о том, почему так долго нет от меня никаких видео по DayZ. Дело в том, что сейчас в DayZ моде нет ничего такого, о чем я хотел бы рассказать и снять видео. Есть, конечно, новые обновления, но ничего нового и масштабного у них нет. Я заснял парочку рандомных видео по DayZ моде, но не уверен, что они вам понравятся. Хотя одно из них я обязательно смонтирую, обработаю и постараюсь залить на канал до Нового года. Насчет ситуации с DayZ Standalone, которую я с нетерпением жду, как думаю и многие из вас. Вчера Rocket опубликовал новость о том, что у него проблемы со здоровьем и депрессия. Но тем не менее, он продолжает разработку DayZ Standalone, а значит есть еще маленькая надежда, что игра выйдет в этом году. Так что пожелаем Рокету здоровья и будем ждать от него свежих новостей. Когда выйдет DayZ Standalone, я обязательно сделаю новые интересные видео по ней. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать. Мы ждем DayZ Standalone. Всем желаю весело провести Новый год и праздники. С вами был Андрикс. До скорых встреч!